Ну, я добралась до сюда вот на этом драндулете, но я думаю, он никуда уже не поедет. Эй, вы! Метелица, это ты? Конечно, я! А кто же еще? Мне зверушки рассказали, что вас спасать надо. Я знал, что ты хорошая девочка. Хватит любезничать. Ловите веревку. А то не успеете к Деду Морозу. Нормально у меня получилось. Смотрите, Дед Мороз! Ура, Дед Мороз! Ура! Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, ребята! Не ожидали увидеть дедушку? Знаю, знаю! Знаю все, что здесь произошло! Знаю, через какие трудности вам пришлось пройти! И поэтому я... Остановил время, волшебник я или нет? Мимо елочек зеленых и заснеженных берез шел румяный, шел веселый, добрый Дедушка Мороз. Шел я к вам через преграды, снег меня припорошил, знал, что здесь мне будут рады, потому сюда спешил. А еще спешил я, дорогие мои, поблагодарить вас за вашу храбрость,
за вашу самоотверженность и веру в чудо. А вы верите в чудеса? Ну что ж, дорогие мои, поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы все ваши желания всегда сбывались, чтобы ваши мечты осуществлялись. А для этого нужно совсем немного волшебная сила. Волшебная сила – это вера в дружбу, вера в себя и вера в чудо. А вы, дорогие мои взрослые, не верьте в чудо, чудите сами! И ваши желания обязательно исполнятся. А теперь снежинки разлетелись по местам. У нас впереди еще много-много чудесных мгновений. Загадала желание? Загадала. Похлопаем нашим юным волшебникам, тем, кто действительно сотворил сегодня новогоднее чудо!